Економічні експерти не вбачають у подібних діях платіжної системи віза нічого іншого, аніж маркетинговий хід. Американська система віза і європейська MasterCard, які все одно живуть на одному ринку і вимушені між собою конкурувати. Любая конкуренция подразумевает работу маркетологов, которые ищут те ходы, те предложения, которые могут заставить рядовых потребителей востребовать этот продукт. Вот нулевая ответственность – это один из таких ходов. И если не смотреть на мизерный в глобальном смысле рынок Украины, то в мировом рынке это очень хороший тренд, который может заставить потребителей требовать у банка эмиссию не MasterCard, а Visa Card. Голова асоціації «Дніпровський банківський союз» Володимир Косюга наголошує ще й на тому, що процес повернення банками грошей досі залишається незрозумілим. Понятно, что с одной стороны Visa говорит, будем возвращать, с другой стороны украинские банкиры на сегодня не понимают, а как же будет, на каком этапе будет приниматься решение, это деньги, похищенные мошенническим путем, или это деньги, которые были похищены по причине халатности или по преступному же сговору, опять же, да, того же держателя. То есть на сегодня появляется прекрасная возможность, я в кавычках говорю о том, чтобы, допустим, сделать большие круглые глаза и с криком «Гвалт ратует, грабят», да? Вот, бежать в банк и требовать вернуть деньги, которые похищены с твоего текущего счета, ну, с твоей карточного счета. Вот. Чисто теоретически банк должен вернуть. Чисто практически думаю, что это будет связано с огромными вопросами расследования события. Якщо сказати просто, банки повинні компенсувати клієнтам втрати в результаті шахрайських дій, якщо клієнт своїми неправильними діями не поставив свій рахунок під загрозу. А це означає, що фінансова грамотність населення має зростати. Інакше банки дуже ризикують. Кирило Бережний, Олександр Височин, новини 9 каналу.